Это Марина, ее мама. Сергей, ее отец. Ее учительница Вера Николаевна. Петр Сергеевич. Сосед. Их не будут судить за безучастность к судьбе ребенка. Но они сами не смогут себе простить трагедии маленького человека. Сексуальное насилие над детьми возможно предотвратить. И если знать как, не оставайтесь в стороне. Звоните на телефон горячей линии. Анонимность гарантируется.